Добрый вечер, братья и сестры. Благодарны ему за то, что дал нам Господь сегодня быть здесь, на вечернем служении. Слава ему. У нас есть молитвенные просьбы. Сестра Тамара, она приехала к дочке, перелетела. И говорит, сейчас написала, очень сильно болит голова. Видимо, перелет, волнение. Помолимся мы за нее. И также за украинских братьев и сестер, которые там сейчас находятся. Читали нам брат Володя, да, из Мариуполя. Он выехали они. Пока еще, правда, точно не знаем, они доехали, нет, но выехали, по крайней мере. Должны были выехать из Мариуполя. 14 человек они всех сохранили. Господь их хранил. Также помолим за них и за всех. Давайте склоним голову. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, и мы в благодарности приходим к Тебе сегодня. Веря, Господь, что Ты, Господь, сейчас среди нас, Боже, и слышишь наши молитвы, наши чаяния, все, что у нас есть на сердце, Господь. Благодарны Тебе, Боже. И сейчас мы просим, Господь, пожалуйста, благослови, Господь, нашу сестру Тамару. Она прилетела к дочери, Господь, с внучкой. И вот радостная, но, Господь, радость омрачается, Господь, головной боли. Мы просим, Господь, пусть Господь ничто не омрачит, Господь, пусть это уйдет, Боже. Пусть они порадуются вместе, Господь, пообщаются, Боже. Пусть, Господь, дочь ее увидит Тебя, Боже, в нашей сестре, Господь. Пусть она будет там благословением, Господь. Мы отдаем ее Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И также, Господь, за наших братьев и сестер в Украине, Боже. Ты знаешь эти события, Господь. Ты, Господь, знаем, Господь, хранишь, Господь. Хранишь, Господь, своих детей, Боже. И также, Господь, мы просим, храни их дальше, Боже. Пусть, Господь, ни один Господь из них не пропадет, Господь, не погибнет, Боже. Благослови, Господь, и брата Володя, и всю его церковь, Господь. Благослови, пусть они благополучно доберутся, Господь, до этого Бердянска, Господь, до этого. Их Виталик должен стражок перевести, Боже, встретить. Благослови, Господь. Отдаем их Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. А сейчас, Господи, благослови это служение, благослови наше пение, благослови это слово, Господь, которое сегодня будет звучать. И дай нам подвязаться за те молитвы, Господь, которые также, Господь, будут сегодня произнесены, Господь. Благослови наших братьев, Господь. Благослови. Пусть, Господь, будет хорошей трансляцией, пусть ничто не помешает, Господь. Мы отдаем все это Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Своих орлят, чтобы ворковать, чтобы нам услышать всего тихий голос. А для этого лучше всего подняться немного выше, там, где меньше всяких шумов, которые могут помешать нам услышать этот голос. Пусть он воркует над нашим сердцем этот вечер. Давайте припев начнем. Ты снова воркуешь над моей землей, и в сердце я слышу тихий голос твой. Ты не бойся, сын мой, я Господь и Бог твой, и я знаю своих, не покину я их. Спасибо, Господь, что меня ты так любишь, свое ты дитя никогда не забудешь. Доверяюсь тебе, проводник Дух Святой, продолжай ворковать над моею землей. Мой Господь, в эти смутные времена ты меня поднял.
посещаешь, как никогда, и заботишься обо мне, твоя рука. У потоков бедствия скрыл меня, жажду там утоляет душа моя, и питается словом твоим день изо дня. Ты снова воркуешь над моей землей, и в сердце я слышу тихий голос твой. Ты не бойся, сын мой, я Господь и Бог твой, и я знаю своих, не покину я их. Спасибо, Господь, что меня ты так любишь, свое ты дитя никогда не забудешь. Доверяюсь тебе, проводник Дух Святой, продолжай ворковать над моей землей. Посылаешь твой ранний и поздний дождь, наполнение духом ты мне даешь. Сердце жаждущее, Господь, ты не пройдешь. Слышу я голос многих вод, это голос, что меня зовет, оживляет меня и с собой влечет. Ты снова воркуешь над моей землей, и в сердце я слышу тихий голос твой. Ты не бойся, сын мой, я Господь и Бог твой, и я знаю своих, не покину я их. Спасибо, Господь, что меня ты так любишь, свое ты дитя никогда не забудешь. Доверяюсь тебе, проводник Дух Святой, продолжай ворковать над моею землей. Ты снова воркуешь над моей землей, и в сердце я слышу тихий голос твой. Ты не бойся, сын мой, я Господь и Бог твой, и я знаю своих, не покину я их. Спасибо, Господь, что меня ты так любишь, свое ты дитя никогда не забудешь. Доверяюсь тебе, проводник Дух Святой, продолжай ворковать над моею землей. Может, я немногим на земле владею и немного в жизни преуспею. Знаю, в своем сердце я Христа имею, и Он сказал, я вечный Твой удел, Твой удел. Господь сказал, что Он удел и часть моя, я предопределен, ведь Он Oh.
предопределен, ведь он избрал меня, чтобы я правил с ним, а он владеет всем, и здесь и вечности Господь здесь мой удел. Уже это будет не перестающий постоянной радостью моей. Сам Господь удел мой, вечный всемогущий, разве что-то может быть. Я предопределен, ведь он избрал меня, чтобы я правил с ним, а он владеет всем. Здесь и вечности Господь есть мой удел. Я предопределен, ведь Бог избрал меня, и Он удел, и часть моя. Сам Бог удел, и часть моя. Аминь. Добрый вечер всем вам. Ну, вот, слава Господу. Сегодня, знаете, после таких праздников зал как-то пусто смотрится, все отдыхают, но кто-то уехал, кто-то работает, знаю, конечно. Вот, и слава Господу, что мы все-таки имеем эту возможность встречаться. Я верю, что Господь благословит. Сегодня брат Юра будет служить, а уже воскресенье, если Господь позволит. Вот, давайте будем молиться, попросим благословения. И еще хочу, чтобы мы вспоминали Украину. Вы когда молитесь, я знаю, что многие молятся, но еще хочу, чтобы вы вспоминали. И брат Юра Проценко, он с Винницы, он сейчас, его взяли, вызвали в армию, и там готовят на связиста, или там, ну, в этом плане, говорят, что сейчас кинут его на фронт, а это первая мишень, которая, знаете, это, конечно, волнуется, переживает и просит, чтобы молились за него, вспоминайте именно его имя, вот, потому что это один из нашей церкви, который взят в армию, вот, и он как никогда, никто нуждается в этом. И семья Иванова, они сейчас в Мариуполе, тоже вспоминайте их, потому что там просто все уничтожается, все дома, все это разрушается. Наверное, самый сильно пострадавший город – это Мариуполь. Они находятся там, потому что выехать невозможно. И, ну, они, слава Богу, все целы, все живы, вот, там где-то прячутся, вот, не живут в своей квартире. Вот, поэтому тоже прошу, чтобы вы вспоминали эту еще семью. Вот, ну, а так, слава Богу, за всех остальных вроде бы все хорошо, никто не пострадал из наших, вот, и в Кривом Рогу, Роге, и в Виннице, и в Мелитополе. Вот, я хочу попросить у Виталика Старожка или у брата Жени, там, чтобы они просто рассказали, записали свидетельство о тех, можно сказать, ну, сверхъестественного, как Господь заботится о них. Это когда я получил эти, рассказали мне, Виталик немножко рассказал эти свидетельства. Вот, и я просто порадовался, насколько Бог заботится о своих детях. Поэтому я верю, что Он наш Бог, Он всемогущий Бог. И когда кажется, вообще нету ничего, и Бог дает и пропитание, и Бог дает и дизель, и Бог дает все, в чем нуждаются его дети. Поэтому, если Виталик будет слушать, вот, или там Женя, то мы просим, просто присылайте свидетельство, мы будем здесь зачитывать и вместе радоваться, или там прослушивать, вот, потому что, знаете,
И это тоже возбуждает нас и молиться, или что-то еще чем-то помочь. Может быть, кто-то хочет сделать пожертвование, потому что мы будем посылать, тоже и от церкви посылать будем от пожертвования, потому что война, она не закончится быстро, а деньги, как ни странно, не заканчиваются, потому что никто из них в данном случае не имеет работы. Просто нету работы. Это мало-мало единицы людей, которые имеют сейчас работу, потому что все просто зависло. Вот, деньги заканчиваются, цены поднимаются ужасно. Поэтому, ну, я думаю, что мы в силе, чтобы что-то сделать, тоже помочь. Я знаю, что практически от невесты из океана, из запада, с Европы туда посылают. И я знаю, что брат Виталик очень много в этом работает, выискивает эти адреса и посылает туда на счет и так дальше. То есть много помощи идет. И хотелось, если у кого-то есть желание помочь денежно, тогда, ну, брату Юрию, я думаю, что он у нас кассир, то к нему, а он знает, как там дальше их перевести. Хорошо, давайте теперь будем молиться. Господь наш дорогой, мы так благодарны Тебе. Мы все имеем необходимое. У нас над головой чистое небо, Господь, мы не рвутся снаряды. Мы имеем что покушать, Господь мой, Боже мой. Иисус, Ты так заботишься еще о нас. Ты даешь это время благоприятное. Мы можем собираться, но где-то в других местах этого не имеют, Господь. И мы прикоснулись к этому, Боже мой, и этот ужас войны и всего остального. О, мой Боже, мы так благодарны Тебе, что Ты сверхъестественно заботишься о своих детях там, на Украине. Я верю, и дальше позаботишься, Господь мой. Спасибо Тебе, Иисус мой. Храни их. За брата Юру я прошу Тебя, Боже мой, подкрепи его духовно. Пусть его глаза смотрят вверх, Господь мой, Боже мой, туда ввысь, откуда приходит помощь наша от Господа сил, Господь мой, Боже мой. Пусть его вера будет поднята, Господь мой, невзирая на все, что происходит. Даже если будут пули лететь, Господь мой, я знаю, что Ты в силе это сделать, защитить, Господь мой, Боже мой. Спасибо Тебе, Иисус мой, что Ты наша защита, Ты наша помощь, Господь мой. И за Иванова семью, Господь, я прошу Тебя, благослови там, помоги им, Господь мой, пусть они видят Твою силу и Твою заботу. Защити их, Господь мой, Боже мой, там, как нигде, ни в каком, как ни в каком городе разрушения. Мы молим Тебя, Господь мой, чтобы Ты был бы их защитой, Господь, и везде, где Твои есть дети, может быть, там, где я не знаю, где сейчас, там тоже военные действия, мы просим Тебя за Украину, благослови Твою невесту, благослови этих людей, Господь мой, Боже мой, Иисус мой, о, Господь, просим Тебя об этом. И сейчас, Господь, когда мы собраны здесь во имя Твое, мы молим Тебя, благослови, дай нам, Господь мой, потянуть из дара, Господь мой, Боже, чтобы источники неба были раскрыты, Господь мой, и этот ранний и поздний дождь, он просто не сходил бы на нас, Господь мой, чтобы нам принести тот плод, Боже мой, который Ты ожидаешь от Твоей невесты, Господь, чтобы нам быть плодоносным деревом здесь, на этой земле, которую Ты насадил, Ты ухаживаешь, Ты поливаешь, Ты заботишься, Господь мой, Иисус. Спасибо Тебе за все. Благослови брата Юру, благослови музыкантов. Мы все отдаем в Твои святые руки для славы имени Твоего Иисуса Христа. Аминь. Благословите друг друга. Жизнь похожа на ладью среди широких вод, и к причалу небеса сквозь волны она плывет. Порою море сильный шторм погибелью грозит, но и тогда в моей душе блаженный мир царит. Тебе все отдаю, Ты направляй ладью мою, Ты мой покой, Ты жизнь моя.
Иисус Христос владеет, надежный капитан. И по жизни Он ведет, свершая чудный план. О, капитан моей души, веди меня вперед. И вскоре к тихим берегам ладья-то доплывет. И я Тебе все отдаю, ты направляй ладью мою, ты мой покров, ты жизнь моя, тебе, Господь, нуждаюсь я. Держать меня никак, лишь только так, за шагом шаг, от славы славу и сменяет Бог меня. Во мне живет Он, знаю я, и недалек тот день, когда одно мгновение плоть изменится моя. Бог мой, шаг, хожу во свете, устремляю Богу взгляд. Шаг за шагом, со словом часа точно марширую так. Лишь только так, за шагом шаг, мой совершенно сам Господь руководит. Победный марш в душе звучит, пою его, вхожу я в ритм, я понимаю, что мне слово говорит. Слове Бог путь открыт, чтоб я мог знать, кем я был, стать. Кем был, благодарю Господь тебя за то, что светит мне в пути твоя звезда. Ты раскрыл себя, реально живо стало слово для меня. Благодарю за то, что ты небес мне лестницу Иакова спустил, подняться выше пригласил, врата небесные открыл, я созерцаю все владения мои. Лишь только так,
всегда. За шагом шаг, за шагом шаг. Я не взираю на препятствия в пути. Но шаг за шагом шаг. Я вижу цель, меня видение ждет впереди. Лишь только так, лишь только так. За шагом шаг, за шагом шаг. С великой радостью я путь свой завершу. Бог обещал, я не паду. Я слово часа проявлю. Сам Бог сошел забрать любимую свою. Бог обещал, я не паду. Я слово часа проявлю. Сам Бог сошел забрать любимую свою. Аминь. Пусть наш взор будет открыт сегодня в этот вечер, в это седьмое измерение, чтобы увидеть то, что Бог нам приготовил. Я на земле живу незрением, хожу я верой, откровением. Оно в душе меня объемлет все сильней. Хочу прорваться с веру вечности, ту атмосферу бесконечности, что Слово Божье стало плотью во мне. Боге цель моя и Божий ген внутри меня. Я узник временный лишь в хижине земной. Где сотни ангелов везде, источник вечный из души во мне открой. Но вижу ясно Бога моего, нет страха мне в присутствии Его. Господь, коснись меня в смирении. Переменит меч божественный, меня по слову сверхъестественно, чтобы во мне исполнил волю ты свою. Боге цель моя и Божий ген внутри меня, я узник временный лишь в хижине земной. Реальна сущность мне, где сотни ангелов везде, источник вечный из души во мне открой. Боге цель Божий ген внутри меня, я узник временный лишь в хижине земной. Реальна сущность мне, где сотни ангелов везде, источник вечный из души во мне. Добрый вечер, друзья. Пусть Бог благословит каждого пришедшего сюда, тех, кто пробились, пришли. Служения были эти, вроде бы, такие три дня, но такие плотные, насыщенные. И слава Господу. Есть что пожевать, но мы запасаем это, правда? Это ничто никуда не денется. Это пригодится в нужное время. Вы просто, как Бог говорит, не заботьтесь.
Бог сам позаботится. Говорит, я вам дам уста. Не заботьтесь о завтрашнем дне, этот день позаботится. Просто он дал примеры посмотреть на птиц, на эти цветы. И поэтому, чтобы у нас была вера, нам нужно просто приходить и есть, правда? Побыть в присутствии Его, чтобы это слово могло бы раскрываться, и мы могли бы вкушать. Вот это для нас важно. Пусть вас всех Бог благословит, тех, кто с нами на связи. Для нас это сущность. Это не просто слова, это хочется, Господи, дай мне жить этим. Да, я знаю, это написано, вера есть сущность, реально сущность мне, где сотни ангелов везде, правда? И это, но эти слова, это же вдохновленные слова, кто-то получил вдохновение, когда звучало слово, и автор написал, и понимаете, наложена эта музыка, и мы поем, и когда ты входишь в этот канал, ну это притягивает этих небесных существ, понимаете, друзья? Это не просто что-то, для невесты это и есть, не все могут петь эту песнь. Эту новую песню. Но она знает, ей открыто это. Потому что она увидела нечто, что вышел достойный. Никто из нас не был достойный. Но он достойный. Он принял образ раба. Родился через женщину, понимаете? Был умолен, но принял, чтобы это смертное, чтобы заплатить цену, чтобы выпустить нас на свободу. Чтобы мы могли бы именно быть свободными. Его дети свободны сейчас. И вот это важно для нас, Господь. Господи, вот эта свобода. Стойте в этой свободе, которую Бог дал нам. Где Дух Господень, там есть свобода. Без Его Духа мы ничего не можем. Мы будем иметь знания, знание нас надмевать будет. Мы можем превознестись этой чрезвычайностью откровения. Тогда Бог даст жало в плоть, как апостолу Павлу. Он даст смирение, знаете, каждому. Поэтому лучше смириться под крепкой рукой Божией, сказать, Господи, я вообще ничто. Я только есть то, что если Ты меня благословишь, если ты мне что-то дашь, вот тогда я буду чем-то. Позволь мне быть просто в этом доме Божьем, правда? Один из этих камушков, быть там и даже этим ковриком. И это уже будет... Я буду рад этой роли, правда? Но ты в храме, и это замечательно. Хорошие служения были, знаете, хочется оттолкнуться. Может, открой, брат, пожалуйста, Сережа, притчи 16-15. Как-то от этого оттолкнемся. Помните, брат Яцек начинал с этого стиха из притчи. В светлом взоре царя жизнь. В светлом взоре царя жизнь. То есть, понимаете, когда ты смотришь на царя, и когда ты видишь царя, в его взоре есть свет. Есть, понимаете, это радуга. Есть это нечто свечение. И это есть жизнь. И благоволение его, как облако с поздним дождем. Ну, замечательное место Писания, знаете. Поэтому сейчас давайте, пока вы стоите, откроем 2 Коринфянам. Да, 2 Коринфянам 3:18, и потом перейдем к 4 главе. Мы же все. Друзья, замечательные слова. Не кто-то из нас, ну, один из нас, или, ну, мы же все. Ну, мне уже это ободрило, знаете? Удивительно, да? Часть стиха, вот начинает дождь поздний снисходить. И ты просто понимаешь, спасибо за песни, спасибо за поклонение это. Брат Данил, благодарим тебя. И всех, кто учит. Друзья, мы все должны работать, правда, как мы слышали. Я не смогу один ничего. И нужна бездна, которая будет откликаться. Должна быть бездна, которая притянет то. И когда есть эта бездна, тогда вы услышите этот голос водопадов, который будет исходить из него, чтобы дать тебе избавление, дать тебе ответ, дать тебе исцеление, чтобы в чем ты не нуждался. Потому что тот взор царя, это свет, это благоволение. И поэтому к этому вот я и хочу
Все мы многое знаем, но здесь, понимаете, как бы я вижу, что Дух Святой связывает эти стихи, и просто хочется немножко с вами поделиться, а потом, чтобы мы могли бы подойти к молитве, и как наш брат Павел, пастырь, говорил, чтобы мы могли бы просто лицом к лицу, устами к устам. Друзья, это не какое-то время. Это кто-то мог смотреть, это было при пророке Моисея. Это... Друзья, это сейчас время. Если мы не дожди, тогда мы ничего не сможем. Мы должны осознавать, это уже этот час, это уже это время. Куда ближе уже нельзя. Мы вообще на пороге с вечностью. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы же все, понимаете? Потому что Божья слава снизошла. И это мы именно видим. Когда печати раскрылись, когда семь ангелов сформировали его лик, когда он эмерфировал. Для этого мира ничего это неизвестно. Да, облако какое-то таинственное, большое, там нету влаги. Они могли вот такую оценку сделать. Но для нас это снисхождение Бога. Как мы, это царь Теофаний снисходит к своим атрибутам. Понимаете? Это нечто, соединение, это важная часть, друзья, для невесты. Переходим нам. Поэтому мы же все. Открытое лицо. Уже нету завесы. Для невесты нету завесы. Печати открыты. Для нее ангел снизошел и позвал по имени. Дал эту веру. Говорит тебе, показывает твою жизнь, которая находится в слове. Это ты, брат, сестра, это ты. Кто объясняет? Ангел Господень, Дух Святой. Ну вот в такое время мы живем. Славное время, друзья. Да, душно, я понимаю, но нам надо пробиться. Нам надо преодолеть вот эту завесу. Как самолет преодолевает, говорит, звуковой барьер, говорит, но мы должны преодолеть завесу плоти, завесу своих чувств, завесу вот этого всего, знаете, чтобы мы могли куда-то войти. Бог приглашает нас. Все время мы слышали, брат Павел говорил, другие братья все время показывают. Нас он куда-то, как брат Яцек показывал, или Дух Святой говорит, что ты? Ну, там перед горой, там была долина. Что ты хочешь, Илья? А сейчас он говорит, что ты, невеста, хочешь? Потом он на горе уже, правда? А что ты здесь делаешь? В этот вечер что ты здесь делаешь? Он меня пригласил. Я пришел, я приглашен, у меня есть билет. Я по желанию этого сердца. Я чувствую этот зов. И что нечто сегодня должно что-то произойти, соединиться. Я не хочу это пропустить, правда? Или мы будем ждать еще какой-то день. Я не хочу пропустить сегодняшний день, важный день. После тех служений, которые были, Бог хочет опуститься этим покрывалом. Посему, имея по милости Божией. Понимаете, мы не сами куда-то вошли. По милости Божией. Бог дает служение невесте. По милости Божией, имея такое служение. Можно акцент поставить? Такое служение! Взирать на славу Господню! Вы представляете, друзья? Многие смотрели, многие умирали в вере. Они хотели увидеть этот день. Увидеть, как слава Божия снизошла. А для кого-то это просто облако. Но для нас это очень важное событие. Поэтому мы видим отпадение, когда люди говорили, да, это, помните, после ракеты, как они это самое, много вроде бы лет прошло, и откуда-то взялось вот это помазание из этой крышки ада, которая под пятой трубой, понимаете, и начинает, слышишь, люди начинают верить. Да какая охота, там же нельзя было охотиться и все такое. Но мы понимаем, что произошло, это для нас. И нас не переубедишь уже, правда? Потому что это он снизошел. Чтобы открыть печати для своей возлюбленной. Да, мы не жили еще тогда. Но мы сейчас, для нас это открыто. И мы сейчас видим это лицо. Тогда, кто это был тогда в Аризоне? Один пророк. Кто-то видел этот журнал, можно это сам. Кто-то жил в то время. Но они не поняли. А для вас Бог открыл. Извините, что вас держу. Надо как-то дочитать. Знаете, уже как-то очень уж хорошо. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем,
но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие». Понимаете, вот эта хитрость, вот это, чтобы не искажать Слово Божие, вот это самое главное. Будь искренне, правда? Слово Божие, да и аминь. Это та твердая скала. «А открывая истину, истину, которая выходит из-под печати, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». О славе Христа. А лиц, это его лик, да? Который есть образ Бога невидимого. Но для нас он начинает открываться. Вот через такое измерение, через вот такой приход, такое снисхождение. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету». Исаия 60. «Потому что Бог, друзья, повелевший из тьмы воссиять свету», а это сейчас уже переход, «озарил наши сердца». Да будет благословенно. «Озарил наши сердца». Как же дочитать, Господи? «Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Вы здесь видите лицо? А он показывает в лице Иисуса Христа. Люди читают, тысячи, миллионы читают, а им лицо не открыто. Там покрывало, там завеса. Боже, благослови это прочитанное слово. Мы отдаем Тебе этот вечер, это служение в Твои святые руки, чтобы Дух Божий снизошел, Господь. А мы верим, что уже здесь. Я верю, что Твой народ на подключении, Господь. Пусть голос Божий звучит в этот вечер, Господь. Через помазанное слово, Господь. Дай мне быть просто в стороне, чтобы Ты взял только мои уста, Господь Иисус, и воспользовал Дух Святой, Господь, чтобы я был просто этим рупором, микрофоном, а чтобы каждый был подсоединен для Твоей славы во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Пусть Бог благословит прочитанное слово. Итак, друзья, смотрите, что здесь происходит. Здесь именно это и связывается Старый Завет с Новым Заветом. Потому что здесь нечто происходит, что мы имеем это служение. Мы взираем на славу Господню. Вы можете представлять? Не просто вымышленное. То, что было открыто, что вышло из-под печати, это формирует нас в Его образ. Это тот невидимый образ Бога, как брат Павел сегодня показывал. Дух Святой на протяжении 2000 лет, а это праздник Пятидесятницы, был связан. Поэтому Бог послал пророка в конце 7-го периода. Понимаете? И он вышел, да, как евангелист, но он знал свое служение. Говорит, нынешняя стадия моего нового служения. Когда и ангел пришел в пещеру, когда он начал ездить по всему миру, он стал понимать. И потом он говорит, на карте Палестины, я вижу, я 2/3 прошел, я иду дальше за Иордан. Там открываются печати, понимаете? И нечто он передает своей возлюбленной. Это то письмо. Кто способен его прочитать? Кому сможет открыться эта мышца Господня? А нам Бог это открыл Духом Своим. Правда? Кто-то может сказать, не видел это глаз, не слышал это ухо, не приходило это на ум человека, что Бог приготовил для любящих его. Но дальше стих идет, да, и невеста может сказать, а нам Бог открыл Духом Святым. И ты входишь. Для чего? Он тебя позвал. Не просто, чтобы издалека посмотреть. Поэтому ты должен подняться на гору. Ты должен пройти периоды церкви. Ты должен пройти через эти 7 свечники. Ты должен пройти... И Бог тогда, только Он открывает для тебя и приглашает туда, где Его лик, где Его присутствие, где эта слава Шекина. Понимаете, поэтому здесь нечто происходит. Поэтому здесь мы можем взирать на славу Господь лицом к лицу. Не было такого дня, друзья. Все хотели посмотреть, но Бог именно сокрыл. Пророк это, и он знал, что он оставляет для невесты. Аллилуйя. Поэтому этот Дух Святой, он
помазывает с каждым разом больше и больше. Смотри, не слушай никакие голоса, слушай мой голос. Мой голос только есть истина. Мой голос только есть жизнь. Мой голос даст тебе эту веру. Мой голос приведет тебя. Не будет никакого замешательства. Когда даже вот эта война, как мы знаем, ты будешь слышать это. Да, наши братья и сестры там на Украине, там бедствие, война, друзья. Не просто там какая-то военная операция. Мы понимаем, страдают люди. Ну, пусть Бог просто защитит своих. Чтобы, как мы видим, эти беженцы, которые бегут, мы видели все время, эти поезда, эти машины, мы сами двигались в этих колоннах, понимаете? Но есть то место убежище. Прибегает в него праведник, и он безопасен. Это та башня. Это то, что находится за завесой. В Евреям 6 тоже. Куда предтечью за нас пришел сам Иисус. Первосвященник, друзья. Кто снизошел? Первосвященник снизошел. Своей возлюбленной. Для этого мира это уже суды, это уже начинается. Но он может снять парик. Как Иосиф снимает парик и открывается своим братьям. Не бойтесь, это я. Я вас могу накормить. Это Бог так сделал. Бог формировал мой, твой, наш характер. Чтобы ты мог править, чтобы ты мог служить. Чтобы ты мог сострадать. Чтобы ты мог быть в проломе. Когда тебе сделали больно. Когда тебя предали. Да-да, святые. И тогда, понимаете, старая натура хотелось бы мести, справедливости, да, праведного суда. Но что Божья благодать скажет? Если он снизошел, если престол милости снизошел. А это не пустая крышка над ковчегом. Тогда мы не невеста. Мы там прикрыт этот закон, там прикрыто осуждение. И еще покреплено кровью. Кровью Агнца. Вот какое послание мы носим. Вот что мы должны, понимаете, нести. Друзья, это важно для нас. Это то время, которое Бог хочет, чтобы мы могли бы, может, послужить кому-то. И как пропал говорит, мы не должны забывать, мы должны, сегодня хочется тоже помолиться, мы не должны забывать молитвы. У нас раньше такие молитвы были. Хочется, Господи, чтобы это знамя не опускалось, чтобы этот барьер не опускался. Чтобы только, а то только, знаете, служители там старшие молятся, ведущие пение там. Нет. Давайте мы. Пусть и будут, если это. Но чтобы мы воссоединились в одном духе, в одном единомыслии, да, чтобы Дух Святой снизошел на это собрание. Чтобы Он с поздним дождем, чтобы Он с облаком и радугой над головой. Я этого хочу сегодня, вечером. Чтобы Дух Святой этим дождем успокоил бы нас. Принес бы этот покой, этот шалом. Потому что у других умы ослеплены, друзья. То есть, что вы помните, что Дух Святой говорил на этих собраниях? Да, это тоже птицы. Да, они могут летать. Да, они даже поднимают высоту. Да, ястреб может быстрее упасть, чем орел. Вниз. Но двойное око. Вот это избрание. И кажется, как? Ослеплены. Показываешь печати, показываешь искупление. Да что здесь такого? Но ты лети прямо на этот свет. Держи курс прямо на этот свет. Чтобы в лице Иисуса Христа открылся для тебя и для меня в этой полноте семи печати, друзья. Это его лик. Не просто только шесть печатей. Не просто только то, что было и то, что будет, правда? В это верят. И верят то, что будет. Но важно увидеть его, я есим. Сегодня для невесты. Только она сможет ухватить, как Дух Божий двигается сегодня. А остальное это просто, видите, неверующие и притворщики. 4.4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы.
чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Есть слава Христа. Та седьмая печать, которая приходит и говорит: «Доброе утро, шалом. Я послал эту раннюю утреннюю звезду. Да, еще тьма, но уже и рассвет». Проповедь «Сторож, сколько ночи». Говорит: «И кому это? Кому-то это только тьма. А для кого-то, говорит, наступает новый день, рассвет нового дня». И удивительно, говорит, в одно и то же время, да, это когда самое темное? Когда свет начинает оттеснять тьму. Перед самым рассветом. Рассветом для кого? Для нас с тобой. Да не надо нам смотреть на тот рассвет. Мы не на то солнце смотрим, потому что мы хотим войти в тот город, где Агнец будет светом. Где этот город состоит из живых камней. Да? Где это устройство? Поэтому он Иоанну говорит: иди, посмотри. И говорит: поднял меня на высокую гору. Нам нужна эта гора. И Бог поднимает. Поэтому мы понимаем, что есть эти развязки. Гора Кармил. Когда восстановлен был жертвенник, правда? Мы это видели. Когда было лжеучение там уничтожено, эти 400 пророков Вааловых и все такое. И огонь с неба снизошел. Понимаете, радуга, дождь был. Это уже исполнилось, правда? И брат Банхам говорит: гора преображения. Давайте возьмем ее, посмотрим. Матфея 17. Ну, давайте так же само возьмем последний стих 16 главы. А вы помните там, когда Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Когда у него было это откровение. Извиняюсь. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь». Мы смотрим на Бога и есть, правда? На сегодняшний день. Это не история, друзья. Хочется показать, что Дух Святой говорит сегодня церкви. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, те, кто стоит в Слове, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого». Разве мы не видели Сына Человеческого? Да, мы можем сказать, это был брат Бранхам, это был Малахия 4, это тот наш Илия. Да, друзья, но когда Бог его забрал, Сын Человеческий остался. И он сейчас начинает раскрываться и приходить к нам. Как Руфь пришла на гумно Вооза, когда она еще не знала. Помните, все время мы любим это. Замечать, да, вроде бы, 4 главы. Аж такое там, вот бурлит все просто это самое. Ты должен узнать, ты должна узнать своего ближнего родственника. Это твой искупитель, это твой Вооз, это твой господин жатвы, господин поля. Можешь сказать: да, я на поле посланий, да, а ты встретился? Нет, беги на гумно. Я хочу сказать, как Наиминь, как старший в церкви, как старейшина, беги на гумно, он на гумне. Он сегодня на гумне. Ты можешь встретиться прямо с ним. Он там веет пшеницу эту. Аллилуйя. Вот такое мы услышали. И она пошла, правда? Это было лицом к лицу. Взирая на славу Господню. Слава стала открываться. А кто-то может просто смотреть, правда? Но мы же прочитали. Но такое служение имеем мы. И оно по милости Божией. И мы не унываем. Потому что приходит разделение света от тьмы. Приходит вот это благословение. И для кого-то Бог снимает с себя покров. И как мы пели, брат Данил, и кто-то начинает петь: ты якорь мой, ты мой маяк. Маяк, свет начинает светить.
Понимаете? И для тебя начинает свет. И кто-то говорит: я тебя долго ждал, я тебя люблю, я тебя избрал. Я приготовил этот путь, все готово. Тебе нужно просто подойти и взять эти меры, понимаете, ячменя там или пшеницы, чтобы мы там не говорили, просто седьмая-то он. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые стоят в слове. Если можно сказать, ну мы сейчас тут сели. Да мы стоим в слове. Мы подняты на высокую гору. Правда? Мы в его присутствии. Которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. И наш пророк показывает. И Писание говорит, где Царствие Божие? Внутри вас. Это говорит, что это такое? Он пришел с Духом Святым. Дух Святой вошел в невесту. Это Царствие. Это Царствие. И ты можешь сказать, я уже вижу. Предварительный осмотр. Так же самое. Его пришествие и порядок восхищения. Вот так пророк показывает на вот эту главу. По прошествии дней шести, переходим, да? «Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору, высокую от них, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет». Смотрите, Бог начинает нечто раскрывать. Раскрывать свою славу для избранной госпожи, когда они были одни. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. То есть, понимаете, облако начинает опускаться на возлюбленную. Облако, которое было на фотографии, которое может у кого-то быть, знаете, ну, в большой рамке, в красиво где-то это самое, а у кого-то может и не быть. Кто-то мог быть там и говорит: я был на том месте. Меня там гиды показывали. Где был пророк, где это было, где все такое. Но для тебя Бог снисходит с этим облаком. И это там историческое, а вот это есть сущность, это есть реальность. Понимаете, поэтому мы тогда счастливы, мы тогда, когда видим ваши глаза, мы когда видим, вот это орел. Когда мы с братом Павлом говорим, когда мы переходим со первого-второго рывка и подходим к третьему, и ты видишь, нету слепоты. Дальше двигается, дальше летит. О, какое-то возбуждение. Мы не можем расстаться это. Ты видишь, орел или это форель? Потому что третий рывок, это для этого. Это не какие-то там, понимаете, вороны, не какие-то соколы. Он не ослеплен. Она не ослеплена, она видит, ей нравится. И говорит, дальше хочу лететь. И еще расскажи. Нечто сейчас со мной происходит. А кто-то скажет: ну сейчас ты мне перескажи. Не могу. Помните, как брат Павел свидетельство тоже говорил? Дух Святой запретил мне говорить. Ну мы же такие добрые, сейчас я попробую. И потеешь, и думаешь, Боже, что ты мой. И это. А пророк говорит: Дух Святой запретил. Это ангел запретил мне говорить. Это не для всех. Это не будет шоу. Это маленькая палатка. Он взял их одних. Он берет вас, одних, на высокую гору и начинает преображаться. Трансформация это. Он начинает показывать то, что и с вами произойдет.
Понимаете, Он открывает эту тайну, то, что заложено. Потому что мы открываем эту истину, которая вышла из-под печати, правда? Это для нас дает эту уверенность. Друзья, остальное, думаю, нам надо двигаться туда. Там наш якорь, там это утешение, там этот залог, залог воскресения. Поэтому, говорит, исцеление – это залог воскресения. И все эти вещи. Поэтому, понимаете, но Петр в этом помазании, понимаете, и он хочет угодить. И брат Банхам говорит, потому что Моисей представляет закон. И он говорит, надо здесь сделать, вот тоже эту церковь построить. Но, говорит, закон никого не доводил до совершенства. Если ты виновен в малом, то ты виновен во всем. Законом не оправдалась ни одна плоть. Он говорит, ну давай тогда для Илии. И Илия представляет, говорит, пророков. Или, говорит, этот, который представляет умерших, но которые придут воскресшими. Это в других он местах так говорит. Вот. А или он показывает тоже с разных сторон. Показывает, что те, которые, говорит, порядок восхищения, вначале придут воскресшие, а потом соберется их группа с те, которые будут восхищены. Вот так он говорит. В другом месте он показывает Моисея как закон, а Илию как пророком или как правосудие. Да. Потому что если ты убегаешь от этого, они тебя догонят и говорят, так говорит Господь, так это самое, так говорит Господь. Поэтому мы так благодарны Богу, что не по букве, да, не милости хочу, не хочу суда, хочу милости. Правда, и кто-то наделал тебе плохое, а Бог испытывает. А как ты сейчас поступишь? Так он же виновен, так он же это. Посмотри на мои характерные черты. Мы же говорим с тобой лицом к лицу. Те святые, это же можно было только... Это же только про Моисея. Мариам, ты что тут это самое? Тут попророчествовала, ты что-то это самое, тут попела, и тут вот начинаешь дуться что-то, ты начинаешь что-то говорить, да? И тут он показывает, я с Моисеем не так. Друзья, ну это было то время. Но сейчас для нас лицом к лицу. Взирая на славу Господню, взирая на откровение семи печатей, взирая на седьмую печать, на Господина жатвы, взирая на этот сверхъестественный свет. И ты не можешь доказать. Ну, ты просто, как мы были тогда в гостинице «Аврора». И этот ангел подошел, и он встал между братом Павлом и мной. Недавно было это событие. И это невозможно забыть. Понимаете? И это даже неверующие. Да, они не видели это сверхъестественное существо. Но мы видели то, что Бог поменял полностью ситуацию. Потому что там вышел вопрос насчет семи громов и все такое. А брат Павел говорит, ну, кое-что я знаю, но он как бы так и не углублялся. Но когда этот ангел пришел, как будто он от корочки до корочки изучил все послания, все проповеди брата Кульмана. И это было просто вот вот так вот лилось. Я сам смотрю, и это, я думаю, вот это да. Как это может быть? Поэтому он говорит, это был только мой голос. Это минует вот это. Это шло по вдохновению. Понимаете? И когда мы вот эти вещи видим, ты думаешь, Господи, приходи еще. Я хочу взглянуть на твое лицо. Друзья, вот так вот просто. И официантка идет, чтобы там другие стоят. Ну, забери там, круче. Ну, там чаек мы пили, это. И она полпути проходит, вот может, примерно, как до брата Сережи. И все. А я сам, я наслаждаюсь этим присутствием. Господи, чтобы только не... Помните, он говорит, Дух Святой, он пуглив. И, кажется, думаешь, как так может быть? Это не церковь. Это не молитвенный дом. Это даже не квартира. Это ресторан. Звучит, ну, где-то музыка. Но она настолько ушла на задний план, прошли через завесу. И вот такая атмосфера, такая любовь сошла. Совершенная любовь сошла. Отодвинула закон, отодвинула правосудие, отодвинула обвинение, отодвинула эти цитаты, кто что, понимаете? Потому что так говорят пророки, так это самое. Это... Потому что многие пророки, понимаете? И что? И когда Петр поднимает голову, только один Иисус. Нету ни Моисея,
не Илии. И звучит голос. Это мой сын. Его слушайте. Из этого облака для невесты снисходит он. Он обнимает тебя. И он просто говорит, только слушай меня. Мой голос слушай. Не слушайте все голоса. Это мой истинный голос. И я никогда не подведу. Если даже заснешь, я разбужу тебя. Ты придешь раньше, те, которым это самое. Ну, вот такое обетование у нас. Вот такой у нас чудный Бог. Правда, друзья? Слава Господу. Поэтому вот это нам нужно, да? И услышав ученики, 6 стих 17 главы, пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Так хочется взирать на Него, да? А ты, кажется, это. А тут это же такое видение, брат. И это, давай этому угодим. Давай вот этому угодим. Ну, пока, понимаешь, ты в видении находишься. Но угодить-то хочется, понимаете? А Господь показывает, это не то. Это просто для нас порядок этого. Это образ, это тень этого всего. Чтобы ты не был врасплох. Да, достигнуть, спасибо, слово улетело. И вот это ты тогда просто понимаешь. Для нее будет открыто все. А значит, следующий вот этот шаг. Значит, скоро мы уйдем. Представляете, это восхищение. Эти теофании. Это ж настолько близко. Как брат Яц говорил, царь теофании снизошел. Мы там общались тогда у брата Тадеуша с Эльвирой. И именно я говорю, брат, продли дальше немножко. Потому что, понимаете, если так вот отдалить, это да. Не обижайте малых сих, потому что они видят всегда лицо Отца нашего Небесного. Ну да, это же такое там, в том измерении. Да подожди, а если он снизошел сюда? Тогда и Теофании близко. Да, я еще их не вижу. Но я знаю, что он, если он здесь. Поэтому он говорит, это очень близко. Это очень близко. Поэтому он говорит, это исцеление, оно настолько... Это тело, говорит, которое тебе надо войти, брат, сестра, которое ты можешь страдать это, и сделать просто шаг. Ну, нужен шаг веры, шаг этого третьего рывка. И говорит, ты войдешь в свое исцеление. И не надо будет ни уколов, ни таблеток, ни разжижать кровь, ни очищать там кровь и все такое. Аминь, да. И это, он учит нас этому. К чему мы приступили? К чему мы приступили, друзья? Евреям 12. Это уже не та гора, не тот страх. Он снизошел. Он тот, который говорит, не бойтесь. Он касается вас. Когда тебе страшно, я проведу. Я позабочусь. Там на Украине, да, тяжело, но я же не ушел. Я же со своими детьми. А мы можем просто посылать, понимаете, эту защиту, посылать эти стрелы, чтобы Бог мог взять эту чашу Фимиама, правда, тот ангел из Откровения 8, где открывалась седьмая печать, где была тишина, но там был ангел, который держал золотую чашу с Фимиамом, молитвами святых. И он знал, куда подойти к этому жертвеннику, где его присутствие, правда? Поэтому, друзья, это ничего Бог не пропустит, это не пройдет. Я буду уже, наверное, как-то быстро у нас идет все хорошо. Чудный Бог, любит он нас, правда? Он так может прийти и думать, Господи, как же мне это... Я просто, понимаете, тоже как эти колоски собрал, и думаю, Боже мой, ну как же мне это донести? Это ж надо вымолоть, правда, да, сестры? Чтобы, ну, хлеб был, чтобы разделился этот хлеб, и мы все наелись. И еще это же должно остаться. Ну, не может закончиться. Мы живем в это время. Это сверхъестественное время. Мы соберем это еще и будем есть дальше, понимаете? Давайте прочитаем.
хочется уже. Угу. Книга Откровения, да? Давай вот эту. Первую цитату и потом. Там первые две цитаты были. Господь Иисус позвал и пригласил Иоанна, которому Бог тогда обещал, что он увидит пришествие Сына Человеческого. Смотрите, как пророк начинает доносить, прямо как для нас. Пришествие Сына Человеческого. Петр, Иаков, Иоанн и другие стояли при этом, когда Иисус говорил с ними и сказал: «Некоторые, стоявших здесь, не вкусят смерти, как уже увидят грядущего Сына Человеческого». Он не сказал, что все, стоявшие там, но некоторые. И через несколько дней после этого они пошли и предварительно увидели порядок воскресения и пришествие Господа. Ну, замечательно, правда? Когда тебе, представляете, Бог тебе раскрывает, это не то, что когда вот сзади в книге ты прочитал, ну, там, был там такой-то и такая, они тяжело жили, но потом вот такое счастье получилось, нашли что-то там такое, что чики-брики, знаете, жили счастливы, и это. Но как, тебе он открывает весь сюжет, весь сценарий. Книга не запечатана. Не просто там, как бы, знаете, со стороны обложки. Илия представлял умерших святых, вернее, Моисей, он оговорился здесь, которые воскреснут. Илия представлял переселенных. Но помните, Моисей был первым, а потом Илия. Илия должен был быть посланником последнего дня. При нем и его группе наступит воскресение. Он сейчас берет не ту последнюю, как трубу, понимаете? Он показал этого, Моисея и Илию, то, что пойдет к 144 тысячам. А сейчас он говорит для нас. Потому что вначале мы уйдем, потом это будут, эта труба, но это будут ну, два пророка, да? К избранному Израилю. Илия должен был быть посланником последнего дня. При нем и его группе наступит воскресение. Наступит, ну, я имею в виду, наступит восхищение. Вот он, поправляйте. Моисей представлял воскресение, а Илия представлял восхищенную группу. И там они оба были представлены. И через некоторое время они заметили, и они увидели. И Петр сказал: давайте построим три кущи. Пусть одни пойдут под закон, а другие пусть идут с Илией. А другие пусть идут в эту сторону. Быстрый такой, понимаете, мысли идут быстро. И пока они еще говорили, раздался голос. Как сладостно этот голос, да? Который может скорректировать, чтобы ты не ушел ни на одну обочину, ни на другую. И сказал: это есть Сын мой возлюбленный, его слушайте. И когда они взглянули, они увидели только Иисуса. И все слилось в одного. О! И Он был светом, истиной, путем, дверью, радугой. Друзья, это, ты можешь читать, это и Матфея 25, и это Откровение 1, это Откровение 4, Откровение 10.1, и так дальше, и так дальше. И это нас не выбивает из седла, потому что он как бы начинает прыгать. То к невесте, то показывает, что будет после, как невеста уйдет. И поэтому настолько чудно, да, когда ты на подсоединении, ты можешь просто сказать: нет, все нормально. Здесь он имел в виду вот это, а здесь он показывает вот это. Аллилуйя, друзья. Еще одну давайте цитату прочитаем. Сила решения. Да, сила решения. Извините, у меня уже резкость надо. Что же Бог говорил там? То же самое, что Он говорил Моисею. Другими словами, это манна Святого Духа, которая начала падать в день Пятидесятницы, чтобы поддержать церковь. Нет, это не та цитата. По-моему. Извините, сейчас мы. Угу.
Это выходя за стан. Переключи, пожалуйста. Там ниже, извини. 64-й год, 07-19. Да. И в этом небольшом стане, который у них там был. Ну, интересно высказывается, да, пророк? Из Петра, и Иакова, и Иоанна, и Иисус, Моисей и Илия. И у себя в стане они увидели облик небесного воинства. Прекрасное, да? Давайте еще раз. И в этом небольшом стане, то есть каждый, они представляли это, да? Как собрание, как стан. Потому что проповедь он показывает, выйдем за стан. Из Петра, Иакова, Иоанна, Иисус, Моисей и Илия. Те трое земные представители, эти трое небесные. И у себя в стане они увидели облик небесного воинства. То есть столб света, бывший в облаке. Понимаете, о чем это он показывает? Он показывает на огненный столб. Он показывает на наше обетование, друзья. То, что кто снизошел в этот стан, кто оказался на горе приглашенный, который уже не церковник, который имеет встречу с ним, который пережил крещение Святым Духом, правда? Крещен в его тело и имеет его представительство. Тогда тебе нечто открывается. Ты защищен. Брат, сестра на Украине там. Неважно, там сестра Валентина была у нас, в Кривом Рогу Гена разговаривал там из Баштанки. Там такие боевые действия идут и все. И Бог помог, вывел ее сына, понимаете? И она такая довольная, она счастлива, она приезжала туда. Она такая веселая, такая всегда такой дух у нее радостный, духовная такая сестричка. И вот кажется, вот прямо вот в этом аду там, вокруг просто разгром. Там настоящая вот эта линия огня. Если вы забили бы там вот это. Она как раз вот оттуда. Где одна там сила стоит с другой. А вот Бог раскрывает путь и убирает ее сына оттуда. Ну как это может быть такое? Как можно оттуда так вот выехать? И у себя в стане не увидели облик небесного воинства. Дорогие братья и сестры, вот мое сегодня вот это пожелание, чтобы мы вот это могли бы увидеть. У себя в стане это небесное, облик небесного воинства. То есть столб света, бывший в облаке. Потому что помните, он в этой пещере. И говорит, он сначала увидел, что услышал шаги, потом видит свет. И из света, говорит, выходит мужчина. И начинает говорить все про тебя, который знает. Я верю, что церковь в преддверии этого, то, что было так, Бог продемонстрирует, Бог потрясать будет тем созревшим зерном, бывшим в облаке, преобразившим Господа Иисуса. Вот что преобразило. Следующее. И когда они уже были готовы сделать деноминацию, одну для закона, одну для пророков и так далее. Голос сказал, это сын мой возлюбленный. И его слушайте. Тогда то данное им повеление было точно таким, как в Эдеме. Стойте со словом. Вот Божий стан для его народа. Друзья, и это вроде бы так просто. Когда он вселяет эту веру, тебе не надо никуда бежать. Просто стойте со словом. Это его стан. Это воинство небесное. Просто держись, может, за какой-то стишок. Может, сказать, Господи, я ничего не понимаю. Просто верь. Помните, он говорит, не понимаю. Как ты? Он говорит, верь. Только в эту песню, да? Он не сказал, пой, понимаю, понимаю. Он сказал, верь, только верь. Воинство небесное, этот стан. Друзья, он будет открывать, он будет говорить для твоего сердца, для твоей души. Да поможет нам Бог, друзья. Давайте мы поднимемся. Будем уже по заканчивать. Поэтому вот что пришло для невесты.
Это не какая-то ракета. О, как дьяволу это не нравится. Это он. Это его лик. Это его лицо. Это характерные черты. И невеста сейчас может взирать лицом к лицу на эту славу. Преображаться. Во что? Вечное. То, что будет, друзья, забрано. То, что когда-то он ходил. Он и скрылся из виду. Не то, что, ну, когда же через стену будем? Будем тренироваться, братья или нет? Придет время, он сам проявит свое слово. Когда надо будет, друзья, он перенесет нас. Как мы с братом Павлом говорили, разгромили аэродромы, разбомбили. Вначале военные бомбили, а потом уже и Борисполь, и там в Житомире, и в Виннице. Все. И я говорю, если на поезд ты не сядешь, если даже машины не было. Но есть это в деяниях. Он может просто взять и перенести. Когда такие обстоятельства, когда ты не сможешь никуда пошевелиться, а он обязательно, дождись его, будь в этом стане. Смотри на его лицо. Всегда будет избавление. Давайте в конце помолимся за именинников. Сейчас просто у нас еще есть немножко времени. Господь Иисус, мы очень признательны Тебе, что Ты говорил к нам, Господь, и что Ты снизошел, Господь. Ты не только снизошел, Ты и нас поднял на эту гору, где мы можем увидеть, где что-то снизошло на нас. Это ожидали многие века. Жаждали взглянуть хоть издалека, Господи, но это происходит в наши дни. О, Боже, мы так благодарны Тебе, что Ты нас ведешь, что это не то, что мы что-то воображаем, Господь, а то, что открывается в Твоем Слове. О, что мы можем взирать на это откровение Иисуса Христа. И это благовествование, которое открыто, аллилуйя, которое являет Твой образ, то, что будет. То, что заберет нас с этой земли. Та преображающая сила. Та сила воскресения. Сила в ней находится. Это залог и исцеления, Господь. И освобождение, и все, Господь Иисус. Мы отдаем этот вечер, Боже мой, в этих словах веры, в молитве. Мы хотим вспомнить и стоять за наших братьев и сестер там на Украине. Боже, будь милостив. Те, кто как брата Юру хотят Проценко взять, Господи, туда, но, Боже мой, Ты можешь сделать это убежище, тот место безопасное, где он будет эту передавать связь, и, может, через его этот голос, Боже мой, пусть это будет защитой. Ты знаешь, что надо. Мы не хотим ничего представлять. Мы просто отдаем его в руки Господа Иисуса. Спрячь его в том потаенном месте, где он будет в безопасности, в том месте, где селение Твое, где раскрыто имя Твое. И эти семя там, брата Володи Иванова, Господь. Я видел по видео, они там на улице готовят эту еду. В подвале живут 14 человек, Господь. Нету вроде бы ни тепла такого, ни комфорта никакого, ни еда заканчивается. Боже мой, ну мы просим Тебя, чтобы Ты пришел, как этот ангел. Чтобы, Господь, Ты нечто мог ему дать, Господь. И Ты знаешь, через кого может прийти это избавление. Мы молим Тебя, Господь Иисус. Туда даже и средства не переведешь. Там все разбито, все это. Но, Господь, найди свой канал и своим путем, Господь. И наших братьев и сестер там в Кривом Рогу, в Виннице, Господь. Кто в других окрестностях там, в тех местах, где эти Луганские, Донецкие области, где рассеяны Твои дети, там, где в Днепре, Запорожье, Господь, где в других местах, Боже, благослови, сохрани там в Ужгороде наших братьев и сестер. Отец, мы это просто веряем Тебе, мы просто уповаем на Тебя, и мы успокаиваемся, когда мы видим Тебя, раскрытого перед нами. Пусть Твой Дух Святой двигается и дальше через уста святых, во имя Иисуса Христа. Аминь.
спасибо тебе, Господь, за то, что ты есть такой чудный, такой прекрасный. Творец неба и земли, тот же вчера, сегодня и во веки веков тот же. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, что ты избрал нас, дорогой мой Боже, для этого, для конца, Господь, для нового начала, Господь, для перехода в восхищение. Спасибо тебе, Иисус. Если бы мы оказались бы сейчас за завесой времени, Господь, дорогой мой Боже, и там братья бы подошли бы, и они бы обязательно спросили бы, как вы дошли? Мы проходили через разные, там Господь убивали на сценах, там детей, женщин, львы разрывали. Но как вы дошли? О, мой Боже, мы бы ответили бы, что не мы дошли, а Христос к нас дошел. Христос, Господь Иисус, в каждом из нас, Господь, в каждом своем дете. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за этот праздник, который ты соделал для нас, Господь. 29 лет, дорогой мой Боже, для меня 28 лет. Но это не важно, Господь. Ты дал прекрасного проповедника, прекрасное слово. Спасибо тебе, Иисус. Ободрил нас, поднял веру еще больше. Спасибо тебе, дорогой мой Боже. И есть просьба у нас, дорогой мой Боже, ты знаешь, что там творится на этой Украине, Господь. Там мы даже, я даже не мог подумать, что это будет настоящая война, Господь, как это было в 41-45 годах, Господь. Бомбят, убивают. Дорогой мой Боже, уже тысячи погибших, умерших, детей, Господь. Дорогой мой Боже, сохрани, там есть твоя невеста, наши братья и сестры. Я прошу тебя, и этот братик наш, Господь Юра, который там его призвали, хотят призвать или уже призвали, дорогой мой Боже, ты можешь и отменить это, но ты можешь и сохранить. Он, даже если он не пойдет туда, Господь, то ангел будет рядом с ним, дорогой мой Боже. Спасибо тебе, Иисус. Сохрани там всех наших, там, брата Володю Иванова, я смотря на те фотографии, Господь, дорогой мой Боже, как они собрались вместе там в том подвале, никаких условий, ничего, еда еще есть, еще вода есть, но это может кончиться, Господь, но они стоят, они, смотря на их лица, дорогой мой Боже, они хоть тяжелое время, но улыбка на лицах, благослови их, сохрани их, Господь, и всех там, и моих самых дорогих, которые ты дал мне, Господь, сохрани их там, они в деревню уехали, дорогой мой Боже, я прошу тебя, будь с ними, пусть ангел-хранитель будет рядом и сохранит, и дай им веру, Господь, всем нашим братьям и сестрам, там на Украине, по всем местам, по всем селам, городам, Господь, и местности, дай такую веру, Господь, такую уверенность тебе, что ты сохранишь, что ты каждого сохранишь, Господь. Что бы ни было там, спасибо тебе, благослови, Господь, и наших братьев, там они сейчас в Польше уже, там ты даровал для них это время, побыть там в общении, после прекрасного этого общения у нас, Господь, благослови их, дай им там слово, дай им, Господь, общение, дорогой мой Боже, и когда будут возвращаться, Господь, сохрани в дороге, в пути, чтобы они могли засвидетельствовать о твоей победе. Спасибо тебе, я прошу тебя во имени Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Господь мой, Бог мой, поистину ты чуден, Господи, в своей великой милости, что ты, Господи, в это трудное время отдаешь нам возможность слышать Слово Твое. И не просто Слово, но ты живительную силу даешь через это Слово. Ты поднимаешь веру. Ты поднимаешь, Господи, Боже мой, упование, которое ты дал, Боже мой, через это Слово, Боже мой. И я благодарю тебя. Я благодарю, что я видел. Я благодарю тебя, что я слышу. Я благодарю тебя, что я, Господи, ощущаю, Боже мой. И если не все, Господи, ум может понять, то я просто верю тому, что ты соделаешь дальше нечто большее. Присоединяясь, Господи, к этим нуждам Твоего народа, Твоих детей, которые были здесь, которые когда-то посещали нас, которые, Господи, радовались, Боже мой, и вот, Боже мой, кому-то им приходится пережить эти трудные времена. И я молю Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, пусть мы будем воистину, Господи,
отождествимся, Господи, с ними, чтобы воистину, как и апостол Павел некогда писал, чтобы мы радовались с радующими и плакали с плачущими. Боже мой, мы, Господи, желаем, чтобы они были воистину стали Твоими детьми, Твоим насаждением, Твоими, Господи, звездами яркими на этой земле, когда кругом эта тьма. Боже мой, сохрани, Господи, каждое сердце, каждую душу. Боже мой, Ты много раз через пророка говорил, Боже мой, что Ты заботишься о зверях, Ты заботишься даже о насекомых, Ты помнишь даже о какой-то маленькой рыбке, Боже мой, то тем паче Ты помнишь, знаешь, человека, а это есть высшее творение, которое Ты создал. И я верю, что Тебе все возможно, Боже мой. Я верю, что мои друзья, они также согласны, Боже мой, и мы отдаем эту нужду, полагаем пред очами Твоими, сохрани и прославь Твоих детей. И если кому-то трудно будет особенно, то Ты просто Духом Святым приди в тот момент, и Ты знаешь, как утешить, как ободрить, как вселить надежду, как поднять, Боже мой, воистину, в это трудное время. Пусть мы больше и больше соединимся, чтобы нам, Господи, беречь друг друга, молиться друг за друга, стоять друг за друга, чтобы, Господи, воистину, мы были бы одною, единою церковью, которая была бы угодно Тебе. В этой надежде молю и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, благодарю Тебя, Господи, Боже мой, Отец мой Небесный, за то, что я могу видеть Твое лицо, Господь, Боже мой. Когда бы я не пришел сюда, Господь, дорогой Боже, Ты постоянно, Господь, Боже мой, показываешь себя, Господь. Ты излучаешь этот свет, Господь, дорогой Боже, с этой кафедры, Господь, дорогой Боже, спасибо Тебе сегодня, Господь, за этот Твой свет, Господь, и за то, что я, Господи, нахожусь в стане Моисея, а не в стане Корея, Господь, дорогой Боже, который не мог видеть этого света, Господь, дорогой Боже, от того лица Моисея, Господи, Боже мой, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты такой чудный. И Ты по милости Своей, Господи Боже мой, несмотря ни на какие мои заслуги или мои кровинности, Ты просто открываешь себя, Господь. Ты укрепляешь, Господь, дорогой Боже. Ты даешь эту уверенность, Господь, дорогой Боже, несмотря ни на что, Господи, Ты сказал, что Ты проведешь, и Ты ведешь, и я верю Тебе, Господь. Я знаю, что Ты все исполнишь, я знаю, где надо, Ты, Господь Боже мой, и положишь, и подымешь, Господь, дорогой Боже. Лишь бы слава Твоя могла выразиться, лишь бы я принес тот плод, который Тебе нужен, а не тот, который я хочу. Господь, дорогой Боже, спасибо Тебе, Господи Боже мой, за Твою милость, за то, что Ты, Господь, дорогой Боже, вчера, сегодня и вовеки тот же. Спасибо Тебе за Твои служения, за эти дары, которые Ты поставил, Господь, через которые я вижу Твое лицо, Господь. Спасибо Тебе, мой Боже, я благодарен Тебе за все. Слава Тебе и хвала Господу моему Иисусу Христу. Аминь. Дорогой Небесный Отец, Господь, я тоже хочу поблагодарить Тебя за Твой труд, Господь. Сколько надо проповедей, сколько надо времени, чтобы мы осознали, что мы Твои дети, что мы Твоя часть, Господь, что Ты с нами творил, с нами пребывал, что мы Твой заключительный голос в этой земле, Господь, что мы имеем Твоего Духа, но не как какого-то подарка, но мы часть Бога, мы Твоя часть, Господь, мы одно, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы это сознание, оно пришло и укоренилось, и нас подняло на эту гору, где Ты не зайдешь, Господь, и мы соединимся, Господь. Оторви нас, Господь, от земли этой. Пусть, Господь, если что-то мешает, какие-то тени в нас, Господь, какое-то беззаконие, исследуй нас, Господь, удали это, Господь, покажи нам, чтобы мы не были препятствием, чтобы Твой голос звучал на этой земле, Господь, чистым, неискаженным, чтобы шаги были правильные, Господь, в этой земле, Твои шаги, Господь, Ты нас создал, Господь. Мы как не хотим быть, Господь, препятствием или мешать Тебе. Мы – это Ты, Господь. И мы чем дальше, тем осознаем, Господь, изрекаем Твои слова, Господь, Твою волю, чтобы для этого погибшего мира быть Твоим лицом, тем, которым нужна благодать, с которым Ты нас познакомишь, которого приведешь.
наши родственники, опять же, не по нашей заслуге и воле, чтобы они были спасены, Господь. Молю Тебя, Господь, облеки эту одежду, в этот дух, Господь, чтобы мы осознали, Господь, кто мы, и не из-за того, из-за какой-то привилегии, но это Ты нас сотворил для Себя, мы сосуды, мы часть, мы лучики Твои. С одними Ты творил одно, с другим другое, с одним музыку творил, с другим другое. И мы сейчас распознаем часть эту Твою, и в Тебе нету, если это часть Бога, нету каких-то меньших дорог или невидимых дорог. Мы Твоя часть, и каждый из нас в этом стане, в эти деревья, это часть Твоя, Господь. Это такая привилегия быть частью Твоей, Господь. И мы хотим стоять, преображаться с этой позиции, с этой властью, Господь, Твоей. И насчет этой Украины, Господь, такие вещи серьезные там творятся, такие болезненные. Молю, чтобы для Твоего народа, из-за Твоей милости эти дни были бы укорочены, Господь. Эти люди не страдали, Господь. Чтобы им всегда пища была, тепло, Господь. Чтобы Твой дух, Твоя благодать не сходила, а бодряла, Господь. Чтобы они видели, что Ты это они, Господь. Чтобы это утешало их. А на это плоть тогда легче смотреть, Господь, с перспективы небесного. Прошу я Тебя, Господь. Молю водительство нашим проповедникам, Господь, чтобы приготовили нас, Господь, нужным словом, нужные эти луга вели нас, к этим водам, Господь, чтобы мы были такими, какими должны быть. Я прошу, мой Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Господь, я также благодарю Тебя, что по Твоей благодати, Господь, смогу приходить в Твое присутствие, Господь, что Ты так пожелал иметь то общение, Господь, и отвечать на нужды Твоего народа, Господь, на нужды Твоих детей, Господь. И слышишь те молитвы, Господь, которые возносятся этим вечером, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, Боже, за то, что в это время, когда раздаются те голоса из четвертого измерения, Господь, Ты послал ту благую весть, Господь, свое слово, Отец. Мой Боже, что Ты посылаешь это слово избавления, Господь, на которое может взирать каждый, Господь, Иисус. Там, на Украине, Отец, спасибо Тебе, Иисус, что Ты хранишь своих детей, как зеницу ока, Господь. Мой Боже, что Твой ангел ополчается вокруг них, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты совершаешь сверхъестественное там, Господь, Иисус, что Ты сказал в Своем Слове не прикасаться к помазанникам Твоим, Господь, Иисус, елей и вина не повреждать, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, благодарю за Твою защиту, Господь, за тот огненный столб, Господь, который встал между Господь, Твоими святыми и той проблемой, Господь. Спасибо Тебе, что Ты снабжаешь всем необходимым, Господь. Движешься, мой Боже, в хвале, Господь, своего народа, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою милость. Я прошу, укрепляй их дальше, Господь. Помоги быть на той связи, Господь, чуткими, Господь. В каждой ситуации, Иисус, улавливать Твои мысли, Господь. Иисус, быть водимым, Господь, дальше, Иисус, во всем, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты сам проделал этот путь, Господь, чтобы иметь то общение, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за этот вечер, Господь, за это слово. Я благодарю Тебя и славлю, что и я могу, Господь, присоединиться к этой хвале, Господь, направить свою молитву туда, Господь. Боже, зная, что она, Господь, будет той помощью, Иисус. Спасибо Тебе за эту привилегию, Господь, служить Твоей армии, Господь, Иисус. Боже, за это слово, которое Ты дал, Господь, за это оружие, Господь. Боже, за ту молитву, которая меняет, Господь, те обстоятельства, Иисус. Спасибо Тебе. Я воздаю Тебе ту честь и славу во имя Иисуса Христа. Аминь. Уничтожали землю, Господь, под этой скалой, Господь, сохранил Ты этот цветочек, Господь, ими Твои цветы, Господь, я верю, что Ты сохранишь нас, Господь, спасибо Тебе за эту твердую скалу, Господь, за это откровение, Господь, по тем камням.
камушком откровением, Господь, мы шагаем, Господь, вечно, спасибо тебе, Иисус. Я так благодарна, Господь, и счастлива, что ты есть позитив, Господь, ты в слове даешь мне позитив, мы приходим, Господь, укрепляемся на служении, мы еще больше, Господь, радуемся. Как бы это парадоксально ни звучало, Господь, но мы счастливы жить в такое время, Иисус, благодарю тебя за все. И благослови своих детей, Господь, повсюду. Имей, Господь, первенство в нас, Иисус, чтобы мы еще ближе, Господь, ходили и осознанно с Тобой, Господь. И за все тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за Твой сердце, Господь, за то, что Ты, Господь, открываешься мне, Господь, в это время, Господь, что ты, Господь, изливаешь свой свет, Господь. Спасибо за то, что ты есть это убежище, Господь. Это скала, Господь, это стена, Господь, огня, Господь, которая стоит, Господь, вокруг, Господь, и охраняет своих, Господь, избранных, Господь. Спасибо, Господь, тебе за все, что ты делаешь, за то, что ты избрал, собрал нас всех на этот третий исход, Господь. Спасибо, Господь, что весь мир сейчас крушатся, Господь, народы, Господь. Все в страхах, Господь. А я спокоен, Господь. Я знаю, что Ты, Господь, меня ведешь, Господь. И Ты охраняешь меня, как зеницу ока, Господь. Также охраняешь всю невесту, Господь. И я спокоен за всех, Господь. И я хочу тоже благословить, Господь, тех, которые в Украине, Господь. Тех, которые сейчас в этом огне, Господь. Которые в обстрелах, Господь. В подвалах, Господь. Наши братья, Господь. Пускай они будут этим Твоим светом, Господь. Где другие люди могут увидеть Твое лицо, Господь, где пускай они изливают Твою атмосферу, Господь, там в этих рядах, Господь, пускай люди найдут это убежище, Господь, где сможет спрятаться, потому что я знаю, что Твои невесты никто не сможет, ничто не сможет сделать, потому что Ты охраняешь их не сок, Господь. Спасибо Тебе за это слово, Господь, которое изливается здесь, которое поднимает нас на эту гору, Господь, с которой мы можем видеть Твой свет, слышать Твой голос, Господь, и я хочу слышать только Твой голос, Господь, хотя вокруг очень много голосов, Господь, я хочу слышать Твой голос, голосы, Господь, знаешь, чтобы мы еще выше поднимали, что эта вера воспламеняла, Господь. Господь, спасибо, Господь, за все, все даю в Твои святые руки, во имя Иисуса Христа, аминь. Господь мой, я благодарю Тебя, что в это темное время, Господь мой, свет становится еще ярче, Господь мой, и что никакая тьма не может объять этот свет. Благодарю Тебя, и Ты приходишь к нам в этом свете, Ты говоришь, Ты открываешься, Господь мой. Благодарю, что это облако реально, облако свидетелей, Господь мой. Благодарю, Господь мой, что Ты показываешь мне меня в этом облаке, Господь мой. Благодарю за все, что Ты делаешь, за это чудное слово, которое звучит, что я могу подняться в эти небесные места, пребывать в этом слове, Господь мой. Благодарю Тебя, там мир, там покой, это убежище, это настоящее убежище, Господь мой. Благодарю Тебя за ангелов Твоих, они ополчаются вокруг верующих, Господь мой, где бы они ни были, на Украине или в другом месте, Господь мой, но я знаю, что Твои ангелы ополчаются, Господь мой, просто помоги каждому смотреть на Тебя, видеть Тебя, взирать на Твое лицо, Господь мой, и просто не сводить взгляда с этого, а Ты заботишься о каждом. Я прошу Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Господь мой дорогой, мы так Тебе благодарны, Господь, что Ты дал нам это чудное слово, Господь. Это манит, это тянет, Господь, как магнит к себе, Господь мой. Все больше, Господи, познаем Тебя, родного, который, Господи, все за нас сделал, Отец мой. Ты приходишь к нам в тихом веянии, Господь, которое будоражит сердце, которое радует, которая дает мир и покой. Спасибо Тебе, Господи, что мы можем пребывать на этой горе преображения, Господь мой. Господи, Ты, Господь, ввел нас в это облако, в это, Господь, с Тобой мы и уйдем, Господь, в этом облаке. О, Боже, спасибо Тебе, родной, за это время, которое Ты, Господи, все больше показываешь, какой Ты есть, Господь мой, какой Ты чудный и... И для нас, Господь, Ты доступный, Отец мой. Эти границы все больше и больше стираются, Господь, когда Ты поднимаешь нас в себя, Господь мой. Спасибо Тебе. Спасибо за эти слова, за эти ободрения, Господи. За эти проповеди, которые Ты даешь своим слугам, Господь мой. Это становится таким реальным, любимым. Спасибо Тебе за все, что нет никакого страха. Прогони весь страх, если он и есть, Господь.
у украинцев, у моих братьев и сестер, Господь. Помоги им, защити их, Господи. И я верю, что мы услышим все хорошие новости, Господь мой, потому что Ты ополчаешься вокруг них. Спасибо Тебе, Господи. Ты нас просто возлюбил, Господь, одел свою одежду, Господь, и ведешь вперед. И мы верим, что дойдем, Господь, с Тобой. Спасибо, родной мой. Благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь Иисус, мы хотим поблагодарить Тебя все вместе, что Ты опустился, Господь, со Своим этим облаком, опустился также на нас, Господь. Это не то, что мы читаем в Писании, Господь, то, что мы читаем в послании, слышали на пленках, как брат Бранхам сказал, что это не маленькие, вначале маленькие птички, потом побольше, а потом ангелы со скоростью просто больше, чем скорость света. Мгновенно, Господь, захватили его в это видение, это присутствие, Господь. Он был в этой плеяде, Господь. Я верю, что сейчас Ты опускаешься, чтобы мы были бы в этой плеяде этих печатей, Господь, этих тайн, Господь, которые подготовят нас, через которую мы услышим эти, уже начинаем слышать эти голоса семи громов, через которую будет восстановлена наша восхищающая вера, Господь, с которой мы уйдем как победители. О, Боже мой! Пока, Господь, дай нам переживать эти моменты, Господь Иисус. Тогда мы можем переживать встречу с Мелхиседеком. Он приходит к победителям. Победитель сядет в престоле. Победитель будет есть сокровенную манну. Победителя сделает в храме, в этом столпом, и имя его будет там написано, Господь. О, Боже мой, везде эти победители. И Ты сказал, что они будут и в последнем периоде. Мы доверяем Твое Слово, Господь. И когда сейчас нечто все это происходит, дай нам, Господь, как просто довериться, как нашему папе, нашему родителю. Когда, Господь, может, какие-то приходят эти чувства от всякого обстоятельств, что нас окружает, Ты просто как прообраз отца или матери говоришь, посмотри мне в глаза, успокойся, посмотри на меня. Из меня исходит этот шалом. О, Боже, это облако, это как эти крылья, это как Твои руки, которые просто накрывают Твою возлюбленную, защищая ее. Боже мой, спасибо Тебе за это, Господь. Ты такой благой и чудный. Боже мой, дай нам дальше взирать на это, преображаться в этот чудный образ, Господь. Иметь это утешение, и иметь это ободрение, Господь, и поддерживать друг друга, Господь, потому что этот голос, этот звучит уже, Господь. Пусть это помазание будет на Твоих детях и дальше. Отец, благослови там. Я уже видел, что наши братья, Господь, приехали уже к брату Яцеку, и там они сидят за столом с братом Берри. Боже мой, это лицо нашей церкви. Это тоже наше лицо, это наши посланники. Это, Господь, те, которые поехали от нас. Это лицо нашей церкви. Благослови, Господь, это общение. Благослови, Господь, те, которые будут смотреть, чтобы они увидели бы также Твой образ. Образ Твоей невесты, часть, Господь, которая представляет нас, Господь, здесь, в городе Вильнюсе, в Литве, Господь. И Господь Иисус, благослови, Господь, наших друзей. Я тоже прочитал весточку, что брат Володя с семьей и все 14 человек, они будут направляться к брату Виталику Старожку там. Господь, открой этот, сделай, открой эту дверь. Этот зеленый коридор, Господь. Как пророк говорил, когда ему сделали, хотели ловушку, и когда он шел, Господь, к этой цели, чтобы дойти до сцены, до кафедры, он видел, Господь, то воинство небесное с левой и с правой стороны, Господь. А ангелы стояли, сделали этот коридор, Господь,
чтобы он мог донести это слово, Господь. Я прошу Тебя, Господь, дай им выйти, Господи. И выйти и войти, Господь, чтобы мы могли бы услышать это свидетельство, Боже мой. Благослови, Господь, этот переход во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за этот вечер, за эти молитвы. Дай нам, Господь, быть также немногословными, доносить это от чистого сердца, Господь, чтобы этот огонь, Господь, чтобы этот огненный столб двигался дальше по всему собранию, Боже мой. Благодарим Тебя, Господь, и хотим принести наших дорогих друзей, которых был день рождения брата Эдвардаса Петраускаса, нашего драгоценного брата, Господь, который, Господь, со своим оружием выходит также сюда, Господь, и Господь, эти ноты, Господь, эта музыка, которая, Господь, идет от этой гитары, Господь, приносит эту атмосферу, я верю, Господь, для освобождения, для исцеления, в полной этой гармонии, Господь, как это один из цветов этой радуги, Господь, которую, как пророк говорит, Ной видел часть, Господи, остальное было закрыто землей. Но когда ты поднял Иоанна после периода церквей, когда ты сказал взойти выше, после Ладыкийского периода, когда он вошел в этот период невесты, где этот залог нашего восхищения, нашего воскресения, преображения нашего тела, изменения всего, ты ему показал престол, и вокруг престола была радуга кругом, Господь, подобно этому яспису и смарагду. Господи, это полнота этого искупления. Ты нас поднимаешь в эти истоки, чтобы мы имели бы это переживание, Господь, как это было показано Иоанну. Господь, это наше переживание. Пусть это будет нашей сущностью и реальностью. Я молю Тебя за каждого и за брата Эдвардаса, благослови, Господь, чтобы Твой Дух Святой, этот огненный столб, находился с ним и никогда не оставлял его, Господь, чтобы он был всегда ему помощью и защитой. И за брата Альгиса Габиса я прошу Тебя, Боже мой, это мой тесть, Господь, он сейчас там находится в этом там, доме, где за ним присматривают, Боже мой, и я прошу Тебя, Господь, также, у него был день рождения, благослови его, Господь Иисус, Отец. Пусть Твоя рука будет с ним. Мы его веряем в Твои святые руки, Господь Иисус. Позаботься дальше. Нашу драгоценную сестричку Людмилу Старикову. У нее был день рождения. Мы хотим вспомнить, Господь. Это также Твой воин, Господь, который Ты поместил там, в Подмосковье, Господь. И она может показать эту атмосферу, эту улыбку, свои поднятые руки, Господь. Боже мой, она любит Твое слово, Господь. Благослови ее. Мы ее благословляем на дальнейший путь, Господь. Чтобы Твоя рука, Твоя защита была с ней, чтобы Твое присутствие не покидало ее. Богдана Салаватова, благослови, Господь. Эрика Никишина, этих малышей, Господь. Они подрастают, Господь. Дай им также переживать и входить, и знакомиться, Господь, со сверхъестественным, с Твоим присутствием, Господь. Ты им дал хороших родителей, которые, Господь, посвященные. Пусть они получают это наставление, пусть они учатся от них. Боже мой, мы их веряем дальше в руки Господа Иисуса. И маленькую эту лилию, Закис, которую Ты дал для Марты, Луки, Господь. И мы, как уже дедушка с бабушкой, с Жанной, Господь, можем также радоваться. Это маленький цветочек также и для всей церкви, Господи. Как, Господи, сестра Виктория молилась, Господи, пусть этот будет цветочек, Господь, защищен этим камнем, Боже мой, пусть это будет выражено. Господь, я молю Тебя. Отец, как я сегодня читал, готовился, и пророк говорит, когда Первая мировая война была остановлена из Откровения 7 главы, и Ты запретил этим ветрам дуть на эту землю, Господи, потому что должно быть запечатление тех избранных. Боже мой, это также наша параллель, Боже мой. Я верю, что не все еще запечатлены. И пророк говорит, никто не знает, как это было остановлено. Это было, Господь, остановлено 11 числа, 11 дня, 11 в 11 часов, Боже мой. Нечто произошло. Господь, я молю Тебя, мы живем в этот промежуток. Мы знаем, что это время, когда это будет перейдет потом в этот Армагеддон. Господь, но мы пока мы здесь, как пророк сказал, ни одна атомная бомба не может быть взорвана, Господь.
Но ты нечто, нечто, мы тоже живем в этом промежутке. Боже, снизойди, если ты снизошел так же. И твое присутствие, Господь, сейчас в невесте, в этой земле. Боже, мы ходатайствуем, мы молим, останови это, Господь, чтобы твои святые могли бы пересечь туда, в безопасное место, где ты им приготовил. Мы отдаем это для, все время для тебя, Господь. И позаботься о твоих детях. Спасибо тебе за все. Пусть твоя рука хранит нас. Благослови брата Павла на воскресное служение, Господь. Благослови там, Господь, всех, кто присутствует с нами сегодня на связи. И когда мы будем воспевать еще, Господь, а мы отдаемся тебе, Господь, чтобы твой Дух Святой был нашим проводником во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давай, брат Дэн, благословит вас Бог, друзья. К нам ветхи днями снизошел огненный столб, Он среди нас снова. И я сегодня защищен всей полнотой раскрытого слова. Он в облаке пришел и в семи храмах не раскрылся Он, и судья земли стал моей главой, защитник мой. Покой, стал он за меня огненной стеной, защити своих, в этот день пришел, вступился он. Он мой судья и адвокат, выиграл он дело мое, знаю, влияние. Может быть, как зеница ока.
как зеницу ока, Бог меня хранит, как орлица строга, Он за мной следит, огненной стеною за меня стоит, и передо мною всех врагов сразит, огненной стеною за меня стоит, и передо мною всех врагов сразит. И изнемогает, и не устает, Он оберегает выход мой и вход. Путь Он открывает, там, где нет пути, выход помогает в тупике найти. Путь Он открывает, там, где нет пути, выход помогает в тупике найти. Я могу прийти, силу получаю от Его груди, вечной благодатью увенчал меня, как седьмой печатью встретился с Ним я. Мой печатью встретился с ним я. Он не повернется никогда спиной, хоть идти придется узкою тропой. Помню, что для Бога дорог я всегда, сказать хорошо. Все хорошо, друзья. Аминь. Хорошо, все хорошо, прозвучало послание шалом. Все хорошо, хорошо, за внутренней завесою ты отдыхай душой, покойся, о невеста, все хорошо. Хорошо, все хорошо, прозвучало послание шалом, все хорошо. Внутренней завесою ты отдыхай душой, покойся, о невеста, все хорошо. Часто трудности Бог допускает, чтоб испытывать народ. Наибольшая битва пылает, война здесь идет. Как Авраам был верен, нам нужно в той же мере верить слов всей душой. Бог нас не подведет,
все хорошо. Да, хорошо, все хорошо. Прозвучало послание шалом, все хорошо. За внутренней завесою ты отдыхай душой, покойся, о небеса, все хорошо. Звучало послание шалом, все хорошо. За внутренней завесою ты отдыхай душой, покойся, о небеса, все хорошо.